И снова рубрика «Вован хвалится». Ну что, ребята, начали мы. В час дня, нас трое, суперпрораб и два подсобника. Нет, суперпрораб, Сережа супермастер и один подсобник. Сейчас 19.00 ровно, толщиной от 19 до 21, площадью 28 квадратных метров, в черновую затянуто. Попробуйте сделать это. Денег заработали нормально, у всех хорошее настроение. А все почему? Завтра обещает дождь, и мы сегодня немножко поднапряглись, побегали. Причем покажи, где лежат цепучие. От цепучих до дальнего края почти 15 метров. Все вручную. Тачка не получилось возить из-за большого перепада. Покажи перепад. Все только вручную. Но мы же умненькие, ребят. Начали оттуда и двигались к легкому. Короче, три зила, 6 часов, 3 каски и 5,6 куба, 28 квадратов, толщиной 20, готово. Все.